Все, уезжают. Да. Бросают. Да. На кого вы нас бросаете? На Женю. На Только повнимательнее, пожалуйста. Мы бросаем на Женю. Так, Мария, ты готова? Да. Я тоже готова. Ой, мамочки. Так, ключи. О, опять я забыла Димку попросить ключи привезти. А, черт. Ну ладно, ничего страшного. Ты мне... Ой, блин. Что-то все не так, все не то. Потому что плохо, когда родители уезжают. Да, все плохо. Ой, думала мы. Папа, где твои ключи, папа? У меня в кармане. Ты мне их отдай, ладно? Я скоро приеду, поживете в теплице, чего? Две машины у вас. Мама. Шутник. Чего, Масянь? На мне мушка сидит, а она меня не кусает. Ну, конечно, она такая маленькая, она и не прокусит, не сможет. Мальчика, я где понимаю. Мои ключи? Ну, я закрою, а там все. Не доверяет, а? Не доверяет, кошмар. Так. Калитку закроем сейчас. Наверное, надо, только у меня сил не хватает ее закрыть. Ой. Закрыть калитку, нет? Ну, закрой, да, но у меня сил не хватает. Она такая у нас тугая, я ее перекосила там слегка, поэтому она такая... Женя, домой! Ты чё? Домой! Пупсик, ты дома всех ждешь? Да, моя радость, уезжают, бросают! Так, ты все взяла? Да. Молодец. Теплицу вечером закроешь? Теплицу вечером закрою. Я еще сегодня вообще планирую покосить. Я надеюсь. Я уже 2 дня планирую покосить. Траву, если в теплицу будешь, раз... Да. Там огурцы растут кое-где. Мама, где? Завалеет. Вот лучше покажи мне. Чего, котик? Ты знаешь, ты так давно не косила. Да. Даже клевые цветочки появились. Во-первых, тут сыпать не надо. Тут укроп и петрушка. Ладно. Вот это вот огурцы растут. Их тоже не засыпать, да? Ну, вокруг них ты можешь. И вот здесь один огурец. Понятно. И вот еще один. Траву раскладывать вокруг, оставлять какое-то расстояние под ним? Ну, только на помидоры не клади. На огурцы, на маленькие. На огурцы? Такой. Прям вплотную к помидорам складывать? Ну, чуть-чуть расстояние можно оставить. А, отступать, да? Прям сантиметрик буквально. Я боюсь, я их не сварю просто. Ну, наверное, что, нет. Поехали. Да не должна. Окей, поехали, да. Женя дома? Да, Женя дома. Закроешь ее? Я пока бассейн отключу. У папы все. Папа все отобрал, а он не отдаст. Сейчас, Маш, я бассейн отключу. Боюсь я оставлять все-таки бассейн работающим. Как-то мне некомфортно совсем. Все. Почему-то лучше заработал пылесос. Не пойму почему. Странно. Что-то он как-то изо дня в день то хорошо работает, то плохо. Пойди пойми, из-за чего все это. Машуль, иди садись. Ключ от этого на подоконнике. Хорошо, ладно. А на связке отдельный ключ. Ладно, хорошо. Окей, давай. Отдай. Как ручонки-то сразу. Конечно. Ой, так, ты ушел, когда приедешь? А сумка моя там осталась. Вот так вот. Ты когда приедешь? Планирую в воскресенье. Ага, хорошо. Будем ждать тебя. Давай, подтягивайся. Маша села. Все, молодец, кот. Котик. Папа все-таки отдал мне ключи. Сейчас я ключи к себе положу, а то потом... Жарень, да. Так, возьмете к себе, ладно? Жарень почему-то только в машине. Ну, она же на солнце. Ну да, а жарь. Ой. Мусор у нас есть какой-то, нет? Я вынесу. Больше так и не поеду? Вынесешь? Вынес. А, уже вынес. Маша поела, все поели, поехали. Пойдем. Кто тут жвачку жует, а? Уже. Да. Бабушка тебе уже успела жвачку сунуть, да? Да. Угу. И зато бумажка была. Love is. Понятно. Таких
в жрачках бывают такие подсказочки. Ясно. Довольная. Ну, пойдем. Проводим, посадим. Убедимся, что уехали. Ух ты! Ничего себе! Вот пузырь. Ты не боишься, что когда-нибудь ты надуешь пузырь, он тебе так бах на Мосю? И что, мою Мосю? Мосю я умою. Хоть и будет ты еще сладкая жвачка. Мосю ты умоешь, если отдерешь жвачку. А то так бах и все. И все. У нас есть. Ладно, все, давайте, пока, пойдем. Пока. 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 Спасибо за жвачку. Давайте, счастливо. Доедете, напишите, позвоните, я не знаю, что-нибудь. Ладно? Все, договорились. Машунь, пошли мы с тобой поищем аккумулятор пальчиковый для нашей гирлянды. Да. Угу. Пойдем. Сейчас не знаю, где искать-то. Нету в офисах связи аккумуляторов, батарейки есть, аккумуляторов нету. Так что мы с машинцей сейчас, наверное, в универмаг пойдем. Ну там тут должны быть какие-нибудь аккумуляторы. В универмаге тоже нет аккумуляторов, одни батарейки. Пойдем. Великая. Великая, пошли, великая, пойдем. Решили зайти в парк, прогуляться немножко. Ух ты, летний кинотеатр. Фильм «Притяжение», вход свободный, 15-го сегодня в 21. Прикольно, здесь кинотеатр летний работает в 9 вечера. Представляешь? Да. Фильм показывают. Что? Я думаю, это спектакль какой-то, только без телевизора. Ну, пока без телевизора, наверное, к 9 часам принесут чего-то сюда. Да. Сцена, смотри, какая огромная, правда? Да. Ну что, ты куда? Я на детскую. Давай, вперед. Хочешь, мне ее отдай? Давай. А ты без нее побегаешь. Только не бросай. Да, не бросай. Да шучу, я не буду бросать. Стой. Стой, дай я тебя поправлю. Все, красота, вперед. Давай, давай, развлекушки. Детские развлекушки на площадке. Спортивные площадки – твоя любовь, да? Да. Твоя любовь. Люблю такие площадки спортивные. Садись, упирайся ногами вот сюда. Теперь ноги выпрямляй. Сильней. Не-не-не-не, сядь поближе. Поближе сядь. Ноги выпрямляй, должна себя поднять. Нет, вот здесь поставь ноги внизу. Ноги должны быть сейчас согнутые. Обещай, если не сломаешь. Димка звонит. Машкину шляпу пришлось натянуть на себя. Мне идет. Мне почему-то никакие головные уборы не идут вообще. Ни кепки, ни шляпы, ни вот такие вот полушляпы. Как-то, не знаю, не сложилось у меня с головными уборами. С очками, кстати, тоже очень плохо складывается. Артистка. Так, как там? Браво, браво. Спасибо. Пошли. Шапка упадет сейчас. Упадет шляпа твоя. Шапку держит. Пойдем. Чучуня. Артисты выходят. Артисты выходят, артисты заходят. Mm-hmm. Все, браво, прима. Mm-hmm. Это кто это там топает, а? Это кто это там топает, а? Куда пошла? Поняла, что это я. Здорово, а я в Михне была, я не успела. Я вот уже дома, я вот вижу, что у меня с печеньем, с мятой. О, отлично, сейчас заваривать будем. Как твои дела? Хорошо. Покажи.
Сейчас. А мы просто ездили моих отвозить. А что это они на выходные, глядя? А у них на выходных там дела. В Москве? Да, в Москве. Маш, ты чай будешь пить сейчас? Ну, я передумала. Понятно. Кто бы сомневался? Тебя здесь высаживают? Да, прямо здесь. Ясно. Другу? Иди покричи. Лера здесь у нас. Да. Здесь Лера живет. Если что, мы дома, и этот телефон свой, часы не снимай. Хорошо. Все. Так, почему верни? Кыш. Вот, все. Пока. Пока. Бамц. Все, ушла, да, у нас другий тут. А я тебе уже пишу, ставь чайник, я иду. А я спешу ставить чайник. Я тебя просто по дороге с проводами иду. С проводами? Батарейка на телефоне села. Понятно. Что, открыть ворота? Сама открою. Сама открою. Дрыхли? Да поди знай. Фас ее! Привет! Ой, ты кто? Да ладно тебе! Сказали, что вас! Ну ладно, спросонья, иди гулять. И гулять, главное, побежала. Нормально. Все, погавкала и хватит, да? Все, все. Все, все свои, да, все свои. Смятые пришли. Надюшка уходит, бросает. Наелась семок. Наелась семок, напилась чаю. Напилась чаю, наелась семок. Какая у тебя штука крутая на затылке. Она взросла, наверное, я ее не вижу. Ну, чуть-чуть. Нормально. Но она все равно продолжает быть розовой. Там была еще синяя, ну такая, бирюзовая должна быть. Не, бирюзовой уже нету, осталась только розовая. А-а-а. Но все равно прикольно. Утолкать? А, все. Ой, да? Маньку там встретишь по дороге. Пони домой. Ага. Ну, она, скорее всего, скоро сама пойдет, но все равно. Ладно, за это заскакивайте к нам. Гости, если что. Холесо. Так, у нас почти 9 часов, и я жду матч. Да, сейчас поэтому буду затапливать печку, уже поздно, чтобы ночью у нас было тепло и ничего не отвлекало от футбола. Блин, кошмар, я смотрю футбол. Поэтому сейчас будем топиться. Сегодня ночью 8 градусов, если мы не будем топиться, мы замерзнем просто. Все, у нас тепло. Я побежала смотреть Португалию-Испанию.